artık. Çek beni, çek. Bu ülke benim ülkem. Bu vatan benim vatanım. Doğru. Kimse bizi bölemeyecek. Helal olsun. Привет. Müşteri olarak beni de çek. Всем привет. Kanka. Айва. А здесь, смотрите, продают свежие оливки. Это свежие, вот зеленые, посмотрите, вот. А вот черные, манго. Какое свежее. 6 лир за одну штучку. А ягоды продают. А вот зеленый авокадо. А вот здесь вот отдел, посмотрите, где продают оливки. Посмотрите. Тыква. Смотрите, люди машут. Тыковка и кукуруза. Всем привет из Стамбула. И сейчас я снова на рынке. Стамбульский базар. Вечерний. Это район Фатих. И сейчас вечерний базар. Какие тут вечерние цены. И вот смотрите, давайте здесь начнем. Листья салата стоят 5 лиры. Лучок, зеленый лучок стоит 2 лиры. Смотрите, петрушка, какая свежая петрушка, стоит 2 лиры. А вот здесь покрупнее листья салата, 8 лиры. Смотрите, морковка стоит 4 лиры, редиска. Рядом вот красная редиска, 4 лиры. Редька. А здесь, смотрите, шпинат вот такой вот, стоит 6 лиры. Капуста, брокколи, огурчики стоят 4 лиры, помидорчик 5 лиры. Перчик, смотрите, 8 лиры, такой вот красивый, свежий, зелененький. А, вот такие вот мелкие перчики, фасоль. Вот, это горький перчик, стоит 15 лир за килограмм. Смотрите, вот девушка выбирает. То, что классно, это можно все выбирать. Себе набираешь вот в такую вот чашку. И уже после взвешивают. Всем привет! Müşteri olarak beni de çek. Всем привет. Kanka. Айва. Вот такая рыба. В общем, тут очень весело. Смешные продавцы такие, веселые. Смотрите, здесь рыба. Семга. 110 лир за килограмм. Вот такая вот красивая рыба, свежая. А, напротив. О, все машут, все такие добрые, веселые, супер. А здесь вот сыр, смотрите, вот можно пробовать. Сыр стоит 45 лир, вот такой вот. Рядом вот такой сыр, 40 лир. Оливки продают. А овощи здесь вот. Получается, прямо на улице вот дома здесь. И прямо на улице вот такой вот уличный базар. Авокадо. Одна штучка 3,5 лиры. Вот такой вот авокадо. Хорошее, такое уже спелое, уже можно сразу кушать. А, смотрите, кокос. Одна штучка стоит 10 лир. А, ананас. Штучка стоит 10 лир. Вот такой вот большой ананас. Это очень дешево.
А, смотрите, манго. 3,5 лир. И здесь вот рядом есть имбирь. Картошка такая вот. Картошка стоит 10 лир. А, такая красная картошка. Интересно. Посмотрите, манго. Какое свежее. 6 лир за одну штучку. А ягоды продают. А вот зеленая авокадо. А вот темная авокадо. 5 лир стоит за штучку. Вот такое вот авокадо. А здесь, смотрите, продают свежие оливки. Это свежие, вот зеленые, посмотрите, вот. А вот черные, спелые. Свежие, смотрите, стоят 17 лир за килограмм. А вот такой вот стоит 15 лир за килограмм. Посмотрите, сколько оливок. А здесь, смотрите, продают арахис. Вот такой вот обычный арахис. Стоит 32 лиры за килограмм. Соленый арахис вот есть. Смотрите, изюм. Такой крупный, 60 лир. Финики. Смотрите, инжирь. Изюм, клюква, смотрите, урюк, смешанные орешки, фундук, вот очищенный фундук, смотрите, вот разного вида фундук, грецкие орешки, 120 лир, 120 лир за килограмм. Фисташки 130 лир за килограмм. Вот такие фисташки. А семечки тыквы. Вот 4 вида разных. Смотрите, такой есть. Вот такой. Вот такой и вот такой. Нут. И вот такие вот чипсы. Замёрз! Ülke benim ülkem. Bu vatan benim vatanım kardeşim. Ben fırsatçı değilim. 5 yaptım. 5 oldu. 5 oldu. 5 oldu. 5 oldu. 5 oldu. 5 oldu. Abi hepsi aynı Allah aşkına. Bu da aynı ülke. Bu da aynı ülke. Çek beni çek. Bu ülke benim ülkem. Bu vatan benim vatanım. Kimse bizi bölemeyecek. Helal olsun. Beş oldu. Başka, beş. Başka, başka. Beş oldu beş. Bende zam yok. Bende zam yok. Dondurma, dondurma, dondurma. Bende zam yok. Dondurma, dondurma, dondurma. Bende zam yok. Beş oldu. Beş oldu. Benim memurum yetti. Benim halkım yetti. Vatandaşım yetti. Beş oldu. Beş lira bakıyorlar. Beş lira mandalina. 5 oldu 5. Bende zam yok. Bende zam yok. 5 lira. 5 oldu 5. Bende de 5 oldu. Вот такая вот айва крупная. Спелая стоит 5 лир за килограмм. А вот здесь вот отдел, посмотрите, где продают оливки. Посмотрите. Сколько оливок разного вида. Все можно пробовать. Черные, зеленые, желтые. А, посмотрите, сколько оливок. Вот такое вот разнообразие. А по ценам, посмотрите, стоит 25 лир вот такой вот с перчиком. Горький перчик,
25 лир за килограмм. Вот рядом обычный черный стоит 30 лир за килограмм. А вот такой вот желтый стоит 20 лир. Зеленый также 20 лир. А здесь продают халву, посмотрите. А можно вот пробовать разного вида халва. А рядом вот сыр и оливки продают здесь. А здесь, смотрите, все оливки по 15 лир за килограмм, смотрите. Очень хорошие оливки. А вот рядом продают бананы, фрукты, апельсины, яблоки. Посмотрите, сколько людей сегодня на вечернем базаре. Вечерний рынок. Здесь продают капусту. Посмотрите, какая большая капуста. А стоит 15 лир за штуку. А вот мужчина, посмотрите, руку поставил, какая огромная капуста. И здесь вот так ее в разрезанном виде продают. А рядом вот такая вот капуста цветная. Тыква. Смотрите, люди машут. Тыковка и кукуруза. Посмотрите, кукурузу вот выбирают люди. Смотрите, такая спелая кукуруза. А здесь продают каштаны. Снова, смотрите, вот такие вот спелые каштаны. А стоит 40 лир. Стоит 35 лир. Кестане. 50 лир. Киви. Киви стоит 5 лир. Смотрите, лимон здесь стоит. Такая вот большая тыква. Продавцы просят, чтобы я их тоже снимала, когда снимаю ихние продукты. Просят, чтобы я их тоже сняла. Передают привет. Так, а здесь у нас мандарины такие крупные, стоят 5 лир, смотрите. А здесь гранаты 5 лир. Это что такое? Груша? Такая большая, да? Что такое? 5 лир. А здесь рядом, смотрите, яблочки вот такие вот. 5 лир за килограмм. Зеленые яблочки, апельсины. Посмотрите, сколько людей. Невозможно пройти. А здесь вот продают вещи. Вот так вот люди перебирают, выбирают. А любая вещь за 20 лир. Вот написано 20 лир. Кофточки, штанишки, водолазки, все такое. Смотрите, любая вещь 20 лир. Здесь вот, смотрите, зелень. А здесь петрушка стоит уже 1,5. То есть 1,5 лиры. Очень дешево. Посмотрите, вот такая хорошая петрушка. Здесь что, мята. Сухофрукты. О, дают попробовать.
Здесь продают вот яйца и бакалея, получается. Гречка даже есть, смотрите. Гречка стоит 25 лир. Ну, хорошая гречка. Смотрите, маш. Фасоль, белая фасоль, 20 лир. Вот такая вот, 30 лир, белая фасоль. А чечевица, вот зеленая чечевица, 24 лиры. Желтая чечевица, 26 лир. И красная чечевица стоит 24 лиры. И вот рис стоит 16 лир, есть за 14. А здесь вот любая вещь стоит 1 лиру. Смотрите, расчески, заколочки, резиночки, визитницы. Вот любая вещь стоит 1 лира. Вот здесь вот женщины выбирают. Посмотрите, вот такой вот авокадо, зеленое, спелое, стоит 2,5 лиры за штуку, представляете? И вот здесь вот есть кокос, стоит 10 лир. Киви, посмотрите, спелая, за 1 килограмм 12 лир. Хурма 6 лир. А здесь продают томатную пасту, смотрите, красный перец. И здесь вот такие вот специи. Специи вот в пакетиках, вот такие вот порции маленькие. И вот рядом продают вещи. А здесь продают вот такие вот маски, посмотрите, цветные. 5 лир, говорит, 10 штук внутри, вот любой. Вот такие вот есть белые обычные, 50 штук вот в пачке, и стоит 20 лир. Белые, черные, цветные, вот разные есть. Посмотрите, вот такой вот свежий лимончик стоит 4 лиры за килограмм. Вот смотрите, 4 лиры за килограмм. И продолжаем прогулку по вечернему базару. Смотрите, здесь снова фруктики, яблочки, мандаринчики какие, смотрите. Груша, гранат, апельсин. Здесь продают чеснок. Вот такой чеснок мелкий, стоит 20 лир. Такой покрупнее 25 лир. А здесь вот такой вот инжир. Стоит 25 лир за килограмм. И вот рядом снова каштаны разных сортов. Смотрите, сколько. А здесь вот продают соленья, соленые овощи, огурчики, морковка, посмотрите, перчики, капуста, свекла, вот различные помидорчики.
Я уже.